Привет всем моим подписчикам и новым зрителям, с вами Виктория. Сегодня приготовим вместе пирог на йогурте. Когда у меня совсем нет времени, я всегда готовлю такие пироги. Это очень вкусная и быстрая выпечка к чаю. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты, которые найдутся в каждом доме. Это 3 яйца, 2 стаканчика йогурта, в стаканчике 125 мл. Подойдет греческий йогурт. Желательно брать йогурт пожирнее, либо можно его заменить сметаной или сливочно-творожным сыром. Также нам понадобится полстакана растительного масла. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. 200 грамм сахара, разрыхлитель, щепотка соли и мука. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миске смешиваем 3 яйца, 200 грамм сахара и щепотку соли. Все взбиваем венчиком в белую пышную массу. Перемешанные яйца с сахаром добавляем 2 стаканчика жирного йогурта. Все немного перемешаем и добавим 90 мл растительного масла. Это примерно полстакана. Еще раз перемешаем. И начинаем просеивать муку. У меня здесь 250 грамм. При добавлении муки я всегда рекомендую ориентироваться на консистенцию теста. В описании под видео я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. И просеиваем 2 чайные ложечки разрыхлителя. Если вы готовите с содой, то 1 чайную полную ложку соды нужно погасить заранее в йогурте. И замешиваем тесто. Перемешиваем так, чтобы не осталось никаких комочков. Посмотрите, тесто получается гладкое и однородное. Оно вот так стекает ленточкой с венчика. Подготавливаем формочку. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Форму я немного смажу растительным маслом. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Переливаем тесто в форму. И отправляем запекать тесто на 35-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Пирог у меня запекался ровно 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Посмотрите, пышный, нежный, ароматный и очень-очень вкусный. Ставим чай, кофе, молоко и наслаждаемся. Всем желаю приятного чаепития. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.